Евгеньевича. Выразил желание присутствовать здесь и сразиться в круговике вместе с другими ветеранами. Борис Васильевич Спасский. И сразу. Когда вот меня обыгрывали в молодые годы, это меня обыгрывали всегда в молодые годы. А сейчас, ну, я понимаю, что это. Сейчас ваши годы молодые. Thank you.
Может, он кручной, потому что говно какое. Поставил очки, да? А, корчному еще. Паш. Закрою. А, такой залишний. Да, да, да. Все, закрою. Включите часы, черные включите часы. Подвиньте часы нормально. Той же ходишь, такой начинаешь. Вот этой ходишь, а ты нажимаешь. 16-4.
Фельдфутова. Я знаю, ты не за этим, чтобы эту пешку взять. Ты просто так сходил. Это с добавлением? Да, с добавлением. Каким? 10 секунд. Времени очень много. С папиными подсказочками. Папины подсказочки. Забрал коня, бей коня. Бей коня, зачем-то плохой ход, Д5 он сыграет. Папа подсказывал. Нужно было забрать, а надо 6 пешек прихватить. Фигуры крапленые. Ну что? Что? Ничего. С3. Так, ну все. Сейчас будем выигрывать. Ты играешь в турнире на худший ход. Ты играешь на очень худший ход. Ты победитель. Ты победитель в турнире худших ходов. А ты победитель в турнире очень худших ходов. Вообще никаких. Плохой ход. Ой, господи. То Потемкин наглел за Швейцарию играть. Нечего расслабляться. Пойду я Горчёва проинспектирую. Тут есть короткая дорога. Тронул, ходи. Тронул, ходи. Поправляешь. Ну, А4 сыграешь. А4, если возьмёт, ладья 1 сыгралась. Ладья 1 играет с угрозой. Ну это зря ты так заклинил. Так, а теперь комбинация. Смотри, комбинация. Проходит? Конь Бф5. Раз, два, три, четыре. Не проходит. Поэтому усиливай. Ладья Е3. Да, да, короче. Сейчас будем мочить его. Я не могу. Мне эти вот ваши игры, они просто... Ладья на Е2 стоит. На Е2 стоит. Жульничество. На Е2 стоит. Товарищ судья. Ладья на Е2 стоит. Что ты? Жулики, это ужас какой-то. Ужас. Жульничество. Уж кто жулик, то это ты жулик. Прохиндей. Бей. Жульничество просто на ходу. Это у тебя жульничество. Да. Я не могу. Жулик. Чему учат детей? Король F2 и H3. Король F2 и H3. Так, да, давай. Не надо, H3 нельзя. А почему? Делать. Папа сказал H3. Это же ошибка. Ну что тут с вами делать? А чем? А тут что, все заткнуто? Да? Давай. Так, да. Смотри, у него два боя, наш два. Скандальского, этого скандального журналиста. Наш два. Сыграй, ладья же один, сыграй спокойно. Спокойно. Наш пять, правильно. Да, я легко выигрываем. Легко, очень легко. Очень легко. Мы будем эту толпу. Мочи. Евгений, предлагаю ничью. Не-не-не, Виктор Львович, я прошу прощения. Виктор Львович. Виктор Львович, отказываешься. Мы тебя будем мочить. Да, нашел. Не, ну, совести совсем нет. Безнадежной позиции предлагает ничью.
Так, ничего делать-то. Так, так, так. А куда ты денешься? Ну, будешь ты тут бегать, прыгать у меня. Это ерунда. На самом деле это все ерунда. Понимаешь, да? Дальше-то что? Ты скрывай, осторожнее. Я... А то он будет сейчас плакать и смеяться. Нет, ну это ну, надо так, да? Как надо? Ну, надо. Хорошо. Так. Что тут делать? Как тут с тобой? Я буду скрывать. Я буду скрывать. Скрывай. Сейчас посмотрим, как ты можешь скрывать. Шах дай. На G8 поставь. Нет, мой ход. На G8 шах. Шах пусть он тебе даст. Почему шах? Мой ход. Ну делай, да дай шах ему. Да, дай. Дай шах. Это хороший очень ход. Хороший ход. Это очень хороший ход. Да. Михаил Иванович, а что ты флаг-то приспустил? А, Михаил Иванович, а? Флаг-то что приспустил? Трагедия, что ли, какая? А я не знаю. Я не знаю. Ну, вот так случилось. Русские выигрывают. Да зачем? Зачем ты, Алеш, так? Зачем отличного этого? Что ты сделал? Е6 играю, выигрываю пешку, это несчастно. Владеешь шах. Взялся, ходи. Ну, я а куда он денется? Куда он денется? Ходи отсюда. Естественно. Ладьей бей ладьей. Так, бей. И короля на H4, двигай короля на H4. На H4 двигай короля. Двигай. Если он пешку F забирает, пешка E идет в ферзи. Давай, вот так. Ну и все. Здравствуй. Все чудесно называется. А чего он? Он все равно проиграет. Ферзя, да. Шах. А, слушай, а нельзя одной рукой надо ходить. Ладно. Так, вообще, вы жульничаете вообще на ровном месте. Я вообще так не считаю. Угу. Вот так. Правильно, Алеш. Отличный ход. Бестолковый. Ходи королем. Ага. Пад будет. Ходи. Пад. Ходи. Нет. Тебе сказали поправляй. Не было. Поправляй, сказали поправляй. Не было. Да ладно. Не было. Ферзь F5 забрал и все. Ферзь F5. Да ладно, не надо здесь это. Кокетничать. Какие-то вы интересные люди. То есть играют с нарушением правил жутко каких. Может быть, рассчитаемся уже? Так, нет, мы с мамой с вашей будем играть. Да нет. Лучше папик. Смотри, чтобы он не поставил. Лучше папик коньячок. Ферзя не надо поставить. Ферзь C5 и это. Ну, чтобы ферзя-то не было, что нужно сделать? Да. Ставить ладью. Отлично. Что ты делаешь? Так, не надо. Что ты делаешь? Что за бестолковость, а? Зачем ты дал ему это все? Ой, я, ребята, не могу. Что ты сделал? Неужели ферзь C5 нельзя было сыграть? Миша. Да. Что? А где? Я ему сказал. А его там нет, что ли? Ну, я в поле сидела, пришел, побежал, да, он побежал. Сейчас он у меня получит. Так что, не. Не, ну вообще, я не знаю, ну вообще, отпустил руку арбитр. Нет, так. Не отпустил. Так, судья. Расплатитесь. Судья, был ход сделан, отпущена рука. Так сказать, человек перехаживает. Ну как так делать? Ну ладно, я перехожу. У всех случается вот, ошибка. Да? Вот. Ладно. Опа. Вот это другое дело. Ну, Алеш, вот как ты допустил вот это? Как ты это допустил? Я одного не пойму. Как он допустил? Так и допустил.
Ну, а зачем вот так? Все равно ничего не буду соглашаться. Да, конечно. Конечно. Шах тебе. На ничего он не будет соглашаться. Так. Сейчас будем мат ставить. Сейчас будем ставить мат. Я думал, он уже добежал. А не день. Я вот здесь сижу. Так, сейчас будем мат ставить. Все. Так. Так. Интересно, как вы его поставите. Ну как, сейчас. Посмотрим. Шах. Эй, Крюковы, ничья в партии. Молодец, молодец. Все хорошо, все нормально. Мяу. Торопишься. Все, ты смотри, все, сколько все, времени. Вот такая позиция. Все. Ладно, давай соберем, а то все, придут гроссмейстеры. Они, это... Ладно, конь хороший. Это еще выше, чем ты скажешь. Там на глазок. Как выключить свет? Михаил Витальевич. То есть выключить свет прямо в глаза. Это еще выше, чем ты скажешь. Как? Я не знаю. А кто включил? Я не просил. Где свет выключить? Я не знаю. Зачем это?
Он понял преимущество здесь, интересно.